кириллица и латиница на виртуальной тропе войны. Техника на практике. Секрет успеха актюбинского разработчика сайтов. Тулбар в переводе с английского означает панель инструментов. Как выбрать нужный инструмент и собрать свое виртуальное окошко, смотрите в моем сюжете. Недорогой и мобильный. О том, как появились мини-лэптопы и на что стоит обратить внимание при их покупке в рубрике «Дело техники». Снова опаздываете? Время легко остановить. А может быть, наоборот, пытаетесь убить время? Уроки борьбы со временем в моей рубрике «Найдено в сети».